Мальчик опять пришел на кухню. Постойненькую. Тихонько, тихонько, бомба же взрывается. Ну что, нельзя шприц взять, набрать? Ну что так? Неужели это так сложно? Приложить шприц и набрать? Та. Усик маленький. Что, сложно вот так сделать? Вот так сложно сделать? Вот так сложно двумя руками взять? Я одной могу сделать. Молодец. А ты не можешь так ты сделать? Что боюсь? Ну что боюсь? Оно стоит вот тут уже полчаса. Как бы ты сразу набрала, было бы лучше. Не полчаса. Так, мама. Уже как я перемила, у 5:30 я закончила мыть. Вот. И тоді ще поставила відний пісел. А до того пісел на пісок. Ну, хоч ну, просто... може ще по пісі тоді набереш. Це от одну порцію наберу. Зараз вимою, буду ждати другу. Зразу, щоб набрати. Ну, він візьме он тряпочку, синок. Косю, прямо те містечко. І бумажечку, і так. Ви ж хорошо драйло, то вже не вимивається. Я тепер кому вдавала так, драйло таке мене. Хімія не мила, так? Да? А? Хімія не мила. Ні, я побоялася, понюха не буде. Я вже хотіла правильно. Тобі дзвонити, я тоді думаю, сину. Та Петрала сама. Може ти спиш? Я тебе пожаліла. Думаю, ні, не буде. Боюся я хімію. А так понюхала, він чистий, нічим не воняє. Поставила. Подивися, друг попіся, нового набереш. Нехай стоїть, а я ще шприць взяв вдома. Ще може таблеточку йому досить. Ніякої таблеточки. Цілу ніч я не спала, місці з ним. Що? Не знаю, не спала, суто з тобою побалакала. Трошки він часто ходив? Почитала. Часто трошки. Ходив? Часто ходив? Він, так, да, ходив часто. Відколи ти пішов, ходив часто, так. Да. Я йду, і він йде. Я йду, ти кажеш, що на виборах пізнаю. Який сахар? А я ще не міряла. Зараз поміряю, синок. Грається там. Ціла фанка на полу. І грається, не сидить. Зараз, зайчик, тільки ти підеш, я слідом з шприцом. Біжу за тобою. Поїдемо в больничку. Да. Іде, мама каже, я ж... Іди, їду забрала, каже, йде утром до латки пусті. Усік, приказано тебе не кормити, тобі треба здавати аналізи. Підійде глазунька, витріщи на мене, скажи, що ж ти зараза не даєш їсти, да? Що я можу зробити? Ну, скільки? Зараз, ще не клала, зараз. Давлення повишене, бо не спала цілу ніч. Дивись, підійде до мисочки, помила чистить. 9,9. Ну, більше. Не спала цілу ніч. Їду більше оту не даваємо. Слышиш? Я йому куплю корм і більше не бери отут корм. О, то тільки принесла 245. 245. Тобі сказано було, який корм і пачка була показана. Гамно покупає. 245. Так і що, що їв? Що, що їв? Успокойся, мы уже приехали до клиники, успокойся. Успокаивайся. На руках мы на сидим. Взяли в нього кровушку, кололи йому какой-то обезболивающий котячий. А сюда в холку хорошо йому ввели какую-то жидкость. Шприца 3 таких больших. Это вместо капельницы, чтобы наполнился мочевой пузырь. Будут смотреть на УЗИ. Ну, зайчик, кровушку хорошо взяли аккуратненько, он даже не почувствовал. Да, на бачок положили его. Сився на мене, успокоився. Сидите. Интелего. Питерське. Да. А їхав, кричав бідний, а вже і так, і на руки, і в этом.
Зайчик. Ой, та ужас. Мамушки, да? Да. Хай він успокоїться, бідний. Хто це? Хто це? Коля? Хто це? Хто це? Вкололи якесь йому обезболюще, так як пішла отак пена со рта, та еле остановили. Вон, до сих пор еще. Подиви, що він діла. Шо? Глаза свої відкрий хоч трохи. Глаза, що? Пусик, пусик. Пусик, успокойся, зайчик. Пусик. Лягай. Пусик. Лягай, ти дома, успокаивайся. Як пішла пена со рта, та атропин, чи що йому укололи. Якась індивідуальна непереносимость на лікарство. Я думав, і кот помре. Ой. Пена, як пішла со рта. Та ти що, ой. Та ти що? Та тобі що? Страшно. Ну як це що? Здравствуйте. Тобі живе шо? Вже півтора года у мене. Тобі що, каже? Ну бачу, так от починає делати? Боїться. Та не боїться, бачиш, що він діла ртом, боїться. Не боїться реакція на лікарство, боїться. А-а-а. Кого боїться? Тебе? На глупості говорить. Боїться. Починаєш ото. Отак робити і пеною заливається. А, мебе. Пусик, все, успокаивайся. Сказали, цистит. Есть камни какие-то. Оксалаты. Ой, не оксалаты. Какие-то другие. Не знаю, солі якісь, салати. Єдиничні. Бактерій нема. Ага, он рот обділений так. Ну це він вже нормально, це вже пройшло. То. А то не останавлюється, йде пена. Отак і діла, йде пена со рта. Вкололи лікарство, така реакція пішла. Осечка, намучився, да? Прописали йому антибіотик. Це... Хоч не підеш, туалет готовий. По таблетки два рази в день. Ну вот, он. А опять его. Ну, это уже у него все нормально. А то так не останавливается. И стоп цистит тоже. По одной таблетке два раза в день. Пусик. Пусик. Давим две таблетки. Оно сделано еще. Не хочется их. Не хочется их роял канин ни в яку. Ну, вкусно. Пахне хорошо. Як паштет. Пахне хорошо, він не хоче. Йому дві таблетки дав і стоп цистит, антибіотик. Бачив, як він швидко проглотив? Ну, все, оставило, захоче з'їсти, господи. Просто знаєш, він поїв. Куди він піде? В туалет? Бачиш, в туалет не ходить вже скільки. Ось він пішов оце дерьмо дешеве їсти. Оце дерьмо пішов їсти, що ти купляєш. Оце їсть, бо він привик. Роял Канін стоїть, а я йому там насипав жменьку того з бутилька на розвес. Ну то він дуже не їсть. Спрятався вже, думаю, пристав. Задолбали всі сіди. Я вбираю це в холодильник. Може боїться чотири лапи. Оце він дешевого насипав. І то не їсть, не хоче. Бідно, сьогодні стрес пережив, так і що, не дай Бог. Я сьогодні такий стрес сьогодні пережив. За пусика, понимаете? Кололи ему в холку, сперва жидкость ввели такую, знаете, которая вместо капельницы, чтобы наполнился мочевой пузырь, чтобы его не травмировать, чтобы не в вену капать. Говорит, можно вот под холку, оно там как-то впитывается, идет, ну, мочевой пузырь, то есть попадает. В общем, и туда же в холку ввели
Немножко ему обезболивающее какого-то котятю, ну не ножпу. Кстати, врач сказала, что от ножпы не отнимаются ноги, отнимаются, если попадают там в нерв на холке. Вот если попасть в нерв, ввести ножку или что-то другое, то могут потом проблемы быть с задними конечностями. Может тут паралич какой-то временный наступить. То есть это травмируется нерв. Вот так сказали, что не, а не от самой ножки. Ну, неважно, кололи не ножку. И значит, полчаса подождали, пузырь наполнился, посмотрели пузырь, побрили ему животик, посмотрели пузырь, там немножко как будто соли. Но она говорит, врач говорит, давайте еще немножко посидите, минут 15, говорит, пусть еще наберется больше. И значит, сидим, и он, значит, так... И вот тут полнопены. И так прям много, обильно. Коля бегом ее позвал, она говорит, а ну вкалите ему противо вот это слюновыделение что-то или противорвотное, вкололи. И потом отлубин или атлопин, что-то такое, видно такое экстренное. Потому что мне казалось, что вот если еще чуть-чуть, да, минуты 3-4, он бы у меня на руках умер. То есть это пошла, представляете, на вот это вот... Врач говорит, вы знаете, я говорит, первый раз такое вижу. Говорит, обычно все коты хорошо это переносят, обезболивающее. Вот такая побочная реакция пошла. Представляете, пена такое, как изо рта. А мог и паралич быть, и могло просто остановиться сердце. Вот ему быстро вкололи афлубин, по-моему, что-то такое. Вот вкололи, которое экстренное, то есть реанимационное. Вот, и кот очухался. Дома он еще пару раз поделал, и все, уже успокоился. Там чуть-чуть поел, ему дал две таблетки. Но для него стресс, конечно, был сумасшедший. Ой, это жесть. Все, теперь через неделю мне надо пролечить его вот этими стоп-циститы, антибиотики, есть какое-то воспаление. Почечный комплекс, вот тот, который касается мочевины и креатинина, он в норме, причем в хорошей норме, он не завышен вообще. Единственное, что там лейкоциты, ну какое-то воспаление. Ну видно, сказали, что какой-то песочек видно, но есть вот эти кристаллы в моче. Белок немножко повышен, но какое-то воспаление есть в организме. Вот это воспаление надо пролечить, антибиотик назначили. Ну, я, конечно, тоже такой стресс пережил. Я его так обнял, бедного, так вот его держу. Он, вот это раз, я его успокоюсь, он раз успокоится. Потом опять у него. И вот это я быстро вытирал, но потом уже он так делал, уже пены не было. Но потом вот ну, дороги его на руках взял, так вот обнял, он так прижался ко мне, бедный зайчик вообще. Ну, что делать было, понимаете, вот... Сыт по 15 раз за день. Ну что, это нормально? Это ненормально. Это люди говорят, ты ищешь болячки. Ну, не ищешь. Это, в принципе, мама заметила, молодец. Но ведь врач говорит, ой, извините, говорит, я не знаю. Ну, первый раз такое, говорит. Я... Всегда коты обычно хорошо переносят. Говорит, ну, извините, ради бога, что так. Говорю, ну, вы же тоже не волшебники. Я не могу и врача винить, понимаете, сказать, что вот, укололи то, что не надо. Ну, почему-то. Все такое. Перенервничал. Жарко на улице, духотища такая. Уф, ужасно, быстрее бы уже это лето прошло, быстрее бы уже наступили холода. Я все-таки, хоть и летом родился, я люблю больше такое, знаете, осень вот такую уже, которая, знаете, еле такое тепло, еще уже осень, еще не зима, но такое идет такая нормальная прохлада, когда можно легенький свитерочек одеть. Вот такое, я такую погоду люблю, чтобы кофточку можно было где-то ее снять, где-то приодеть. Вот такую погоду я люблю. А когда сильно вот такая жара или вот сильно холодно, то уже, конечно, не... Но я легче холод перенесу, чем жару. В той же Уфе я жил, вот мне нравилось. Даже 40... В Москве было 42 градуса, я заставал. В Чехове на рынке 42 градуса я заставал. Люди говорят, не было. 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 В Чехове на рынке было. Не знаю, где вы там жили в Москве. Может, в Москве там между домами тепло, а вдоль вокзала на базаре стоять, москвичей обслуживать. То было и холодно. 42, я помню. Да, Томас? Да. Братика сегодня твоего. Братика твоего носил. Братика носил. Чуть не потеряли. Фу. Мне как картина в глазах понарисовалась, думаю, бляха-муха, понес кота, все, сейчас труп на руках у меня. Ну так вот, видите, лекарство, какая реакция может быть. Вот, и в побочках там написано, что в редких случаях, возможно, вот это вот пена и судороги, и конвульсии, и паралич. Представляете? Вот попалось так пусику, зайчику моему.